А великий Бехтерев, тот Бехтерев, да. главный Бехтерев, да. он же, ну, к нему толпы этих истеричек всяких, вот как раз про кого вы говорите, эти дамы там, и ему буквально там чуть ли не на носилках привезли, значит, принесли в буквальном смысле барышню, которая, как считали, парализована была, то есть она встать не могла и так далее. И когда ее внесли к нему в кабинет, он же огромный такой был, с голосом мощным, он на нее стал орать. Немедленно встать, у меня есть серьезные дела, я тут с этими истеричками, мне это дело... Она встала и вышла. И таких примеров много, потому что это не то. Она не притворялась ведь. Она сама себе не притворялась. Это сложная материя такая.